Послушай меня. Королю ни за что нельзя останавливаться. Каковы бы ни были жертвы, король всегда идет вперед, не оглядываясь. Однако, прежде всего, король должен без сомнений принять себя. Прошу тебя, если он остановится, помоги ему, как друг и как брат. Прошу, позаботься о ногте. Боюсь. Прошу простить меня. Должен был уже пройти. Только отсюда мне ничего не видно. Пошли к алтарю. Чуточку повыше. Имперцы. Слышите? Как я рад. Ты в порядке? Да. Я больше за ноты волнуюсь. Я отыщу путь к алтарю, а тебя хочу попросить, пока отвлекать внимание имперцев. Не вопрос. Нужно найти, где обзор получше. У них повсюду наблюдатели. Без проблем.
Я не могу позволить себе отвлекаться. Лезут и лезут. Всем отрядом. Гидрея пала под натиском Архея. Имперские войска движутся из центра города к алтарю. Всем подразделениям немедленно отступить с передовой. Повторяю, всем отрядам немедленно отступить. Да! Бесполезно! Yeah.
торопимся! Алтаря раньше. Попробуй пройти по восточному мосту, если он уцелел. Будем надеяться. Пойду туда. Пожелай мне удачи. Удачи. Леди, Камелия. Что такое? Нужна ваша помощь. Я боюсь ног в опасности. Как и вся Альтисия, на тот случай, если вы не заметите, король Люциса и Оракул должно быть мертвы. Не может быть. Я обещал, что буду защищать его. И сдержу обещание. Благородно. Я дам поручение своим сотрудникам, но ничего не обещаю. Игнис на связи. Как меня слышно? Да, слышно. Как ты там? Я очень сильно занят. И освободиться очень не скоро. И я понял. Промто! Промто! Ты слышишь меня?
Yeah.
Командир, вы смогли обнаружить кольцо и Лунафрею? Да. Мы атакуем, но пока не можем к ним пробиться. Мы не можем приблизиться к алтарю. Нам противостоит Архей. Даже боги на стороне Ноктиса. Если продолжить борьбу, то ни король, ни оракул не уцелеют. Дайте приказ отступать. Я сам туда пойду. Но, сэр... Полагаю, вам известно, что стало с моей рукой. Да. Это кольцо бесполезно без носителя. Так точно, сэр. Чего это он? Как он смеет говорить со мной в подобном тоне? Или думает лишь о сестре и больше ни о чем? Нужен короткий путь. В какой стороне алтарь? Вот и все!
отрядом. Построиться у доков, приготовиться к отступлению. Отбываем через 3 минуты. Стойте, я иду к алтарю, мне нужна лодка. Да ты что, рехнулся? Но король может погибнуть, поймите. Дай ему лодку. Слушаюсь. Спасибо вам. Спасибо, в карман не положишь. Эй, Игниш! Эй, Игниш! Вот вы где. Готовы отплывать? Я-то да. Но лучше вывозить отсюда гражданских. Пока еще можно. Слушайте, вы точно уверены? Конечно. Постарайтесь вернуться живыми. Оба. Справа. Так можно будет добраться до алтаря. Как говорится, долг платежом просит.
не с меня причитается внушительный платеж. Вот разделаюсь с тобой, и кольцо Люции станет моим. Ну уж нет. Твоим оно не станет. Я об этом позабочусь. Ты пожалеешь о том дне, когда бросил вызов империи. Я намерен с тобой драться. Идем со мной. И я укажу путь к королю и оракулу. У тебя есть варианты? Похоже, что нет. Значит, решено. Разберемся поскорее. Может, не надо. Я! Бесполезно! Yeah.
Но может и ты пригодишься. Иди за мной, если ты готов. Магитех-механоид. Да. Не трать время зря. Я приказал войскам отступать. Они скоро уйдут. Хорошо. Что? Сомневаюсь, что ты родился с протезом. И правильно. Я полагал, что мне было уготовано рассеять тьму. Как видишь, я ошибся. А Нокт? Ты же поможешь? Какая чушь. У нас временно совпали интересы, но поддерживать его я не стану. Ты пошел против Империи? На кону жизнь моей сестры. Этого мало? Мы идем разными путями, но в наших жилах одна кровь и одно предназначение. Я защищу ее. Империя жаждет получить кольцо Люциев. Если это случится, им обоим не жить. Поспешим. Я согласен. Времени нет. Я знаю. Ступай потише. Я понимаю. Не отставай! Ага. Ты готов? Ты еще спрашиваешь. Не будем тянуть. Согласен.
Не мешай мне. И ты мне не мешай. Скажи, ты правда веришь, что Ноктис истинный король? Разве не очевидно? Но когда Тенебро охватило пламя войны, его отец и не подумал помогать нам. Потомок такого труса не может быть королем-спасителем. Я тебя переоценил. Должен сказать, ты живучий. Если Ноктис и правда истинный король, пусть докажет. Тьма не станет его дожидаться. Она поглотит нашу звезду. Да и весь мир. Ноктис еще не до конца осознал всю тяжесть своего призвания. Но когда это случится, он непременно исполнит то, что ему предначертано. Остается лишь надеяться, что ты прав. Поторопись. Да. Норт! Луна Фрея! Ты ее собачка? Чем мощь шестерых, очищенная светом кристалла и блефами былых королей. Избранный получит ее только у своего трона и только ценой жизни, своей жизни. Король королей получит силу, чтобы разогнать тьму, но он заплатит за это кровью. Чтобы изгнать узурпатора и вернуть дневной свет, избранный должен отдать свою жизнь.
Многие жертвовали всем во имя короля, и король пожертвует собой ради всех. Теперь ступай в отражение, где сияет свет проведения. Что я сейчас видел? Видение будущего? Отнял мать. А теперь забрал и сестру. Прочь с дороги! Да что же ты делаешь? То, что давно должен был. Я избавлюсь от угрозы. Yeah.
Нокт не выбирал свою судьбу. Ее предопределил Кристалл. Это не случайно. Нет, это ошибка, и ее нужно исправить. Мужчина должен понимать, каково Нокту. Ты знаешь, что такое лишиться родителей. Что такое жить, превозмогая боль утраты самых близких. Вы оба чувствуете эту боль. Я не чувствую! Я знал. Что ты встретишь свою участь из страха и сожалений. Но я все же надеялся, что увижу тебя счастливой, без бремени забот. Радостный, любящий. Ты была бы такой красивой невестой. И в смерти оракул не знает покоя, пока не рассеется тьма. Как и в жизни, она встретит испытание. Сорг. Прошу, полна Фрея, не покидай меня!
Игги! Гладио! Ты цел? Промто! Так-так, и что у нас тут? Ты... Ардин. О, неужто так заметно? Вот и все, мальчик мой. Следуй примеру господина и не сопротивляйся. Ни за что! Ты рискнул жизнью и здоровьем ради короля, а его постиг грандиозный провал. Ты, должно быть, очень расстроен. Прекрати! Я-то уж точно. Кому нужен столь подлый мир? Почему бы не положить ему конец здесь и сейчас? Ты не посмеешь! Но! Надо же, как быстро вы подружились. Позволь, я озвучу предложение. Чем следовать за этим плавучим обломком навстречу гибели, давай лучше ты пойдешь со мной. И что скажешь. Я так понимаю, это значит нет. И я поклялся, что буду поддерживать и оберегать Нокта. И защищу его во что бы то ни стало. На твоем месте я бы не стал этого делать. Пусть я не королевских кровей, но раз Глефа может почерпнуть из нее энергию, то и я смогу! Короли Люциса, даруйте мне свою силу! Thank you.
Ты можешь его использовать? Но если ты так рвешься его защитить, хотелось бы на это посмотреть. Не стоит терять время. Если не поторопишься, это тебе грозит смерть. Ему повезло, ведь у него столь мудрые советы. Знаю только, что они слишком бережно с ним обращаются. Может, покончим с этой глупой шарлей? Твои воззвания к надежде и преданности — пустой звук. Нет. Не ошибаешься! Бесполезно! Это было опасно. На сегодня хватит. Безрассудно. Где Нокт? Он в порядке? Более-менее. И в этом твоя заслуга. Хорошо. Игги! Где ты? Нокт! Игги! Замри. Береги силы. Тебя ждет твое предназначение. Но! Игнит! Как и меня. Да будет к нам милостива судьба. И к тебе тоже, Ноктис. Пожалуйста, прости меня. Thank you.
Как ты? Ничего? Ничего. Нокт. Может. Остановимся. Что? Понимаешь, просто мы понесли уже столько лишений, поэтому... Да что ты несешь? Поэтому и нужно двигаться дальше. Если я сдамся, их жертвы были напрасны. И уж ты-то... Ты должен это понимать. Решать тебе, Нокт. Но мы всегда будем рядом и готовы помочь тебе. Ты можешь положиться на нас. Я вернусь. Знаешь, если подумать, было не так плохо. Да, правда. Так что я ни о чем не жалею, хотя проблем хватало. Вы мне помогли. А теперь я пойду один. Нет уж, не один. Я пойду. Мне очень дорога ваша помощь. Без нее я бы не справился. И даже если вы не рядом, вы навсегда в моем сердце. Игнис. Спасибо. Thank you.
Позволь, я озвучу предложение. Чем следовать за этим плавучим обломком навстречу гибели, давай лучше ты пойдешь со мной. И что скажешь? Где мы? Где, говоришь? Мы в крепости Зигнафт. Там, где в настоящий момент хранится ваш ненаглядный кристалл. Я тебя заинтриговал? У тебя, наверное, много вопросов. Ответ ищи сам, если хватит смелости. Если это правда, он привез меня в Гралею. Только зачем? Чего он хочет? Благословлен был рожденный править, но его, чье сердце пестрело изъянами, камень отверг с позором. Напитавшись сумраком и открыв душу тьме, он презрел рассвет и избрал жизнь вне времени. И через пришествие вечной ночи он ныне хочет отомстить собственной крови. Собственной крови. Поэтому он преследует Нокта. Камень, кокон души нашей звезды, колыбель короля, которому уготовано служить сосудом света. И боги, и люди, силившиеся прогнать тьму, ждали пришествия избранного. Ибо только он один смог бы очистить нашу звезду от скверны. Значит, Нокт... и вправду избранный король.
Вот он. Теперь за ним. Когда священное кольцо наполнится энергией, истинный король завершит свое вознесение. Тогда он сможет очистить нашу звезду от скверны. Только сила света может выявить избранного короля. Когда избранный возьмет в руки глефу королей, легендарный камень и кольцо света, он обретет силу большую, чем у богов. Та же самая сила, сосудом которой будет служить избранный король, изгонит из нашей звезды тьму. Тогда в нашем мире вновь забрежет рассвет. Это здесь. Преследуешь Нокта, чтобы отомстить? Да, но мальчишка не самоцель. Для меня он, скорее всего, лишь орудие. Хочу представиться полностью. Ардин Люцис Кэллум. К твоим услугам. Люцис Кэллум? Да. Тот, кто должен был править Люцисом. И кого отправил в изгнание? Его родной брат. Мой король. Вот бы ты меня так назвал, а? Я подчиняюсь только истинному королю. Вот как? Ну тогда прощай. Не может быть. У меня одно желание — убить избранного короля. А Ноктис — просто мальчишка, хоть его и избрал Кристалл. Только он не торопится взрослеть. Так что
Придется немного ускорить процесс. А? Для меня этот мир не значит ничего. А это? Где ты это взял? Я не позволю, чтобы Нокт пожертвовал собой. Никогда и ни за что. Пусть даже я умру. Я готов заплатить эту цену. Да ты что? Никак не можешь с ним справиться? Если Ноктис хочет пробудить себе короля, он должен пройти еще ряд испытаний. И я его помогу. Закончил!
Ну а моя месть истинного короля Ноктиса я все равно убью. Рано или поздно. Игнис! Нокт. Как же ты... Представь себе. Нам помог Равус. Зачем же ты убежал без нас? Дурачина! Как мы могли? Как я мог? Это моя вина! Нокт. Если я правда спаситель, почему не могу никого спасти? Мне жаль. Вы все это время оставались со мной. Что принесло вам лишь боль? Хватит с меня. Больше никаких потерь. Даруйте мне силу! Помогите защитить моих друзей! Прошу вас! Послушай меня. Королю ни за что нельзя останавливаться. Каковы бы ни были жертвы, король всегда идет вперед, не оглядываясь. Thank you.
Наш путь наконец завершился. Да. Промто. Гладио. Игнис. 10 лет. Мы беспрерывно готовились к этому дню. И вот этот день наступил. Да. Сегодня мы пойдем вместе, ничего не боясь. Hmm.